Check the mic and make sure it sound right, boys. Всем привет! С вами канал Апвилс, и Как вы поняли, на мой взгляд, сегодня с нами лучший набор Hot Wheels 2020 года кормит. Сегодня Алекс со мной на обзоре. <связывая> Всем привет, погнали! Ребята, этот набор действительно классный, даже начиная с самой упаковки, в нем видно такой, вот, знаете, атмосфера Флориды, такой вот непринужденности, легкости и, конечно же, гоночного стиля от Hot Wheels. Красивые тачки, все тачки в этом наборе хороши, поэтому мы сразу же перейдем к распаковочке этой коробки. Давайте, я тут уже подрезал, чтобы это все было максимально аккуратно, потому что раньше было очень много претензий, что я неаккуратно открываю коробочку. И я послушал вас, конечно же, и открываем и О! рассматриваем набор. Как Супер. тебе, Алекс? Я, я восхищен вот этой машиной девушкой. Да, этот набор как раз-таки хорош тем, что в нем хороши все машины. Все а машины. Две одинаковых машин. Ну да, они очень похожи, но я тебе объясню, почему они разные. Вот, Алекс, конечно, у нас сегодня молодой гонщик, молодой автолюбитель, поэтому многое нам предстоит и его научить многому. Давайте подробненько разберем этот наборчик и посмотрим, какие машины у него входят. Это замечательный набор кормит. Мы купили в ходе нашей последней охоты на Hot Wheels. Мы регулярно охотимся. И новые видосы я, конечно же, выкладываю на канал. Поэтому подпишись, чтобы не пропустить. Вот. Ну а мы начинаем, собственно, к распаковке и рассмотрению всех моделей, которые входят в этот набор. Они все хороши, как правило, наборы. Hot Wheels, ну, лично мое мнение, славится тем, что 2-3 тачки хорошие или в трешках одна, а все остальные не очень. Но здесь, посмотрите, они собраны как на подбор, и я с удовольствием купил этот набор. Также расскажу вам историю, как я покупал. Тоже покупал его на скидке за 27 рублей. Думал, что уже дешевле не будет. А потом приезжаю на свою следующую охоту в магазин. А он еще, уже другой, правда, магазин. Но он еще на большей скидке, уже 22 рубля. Блин, думаю, ну как так, я же постоянно охочусь, постоянно вам рассказываю, где и как выгодно можно покупать эти машины. И тут даже я попался, поэтому смотрите мои охоты, особенно те, кто живут в Минске, в Беларуси, рассказываю, где максимально классные тачки и максимально можно их выгодно купить. Подписывайтесь на канал. Давай, Алекс, с чего начнем? Сверху или снизу? Говори, показывай. Ну, давайте начнем сверху, С потому сверху. что нравится мне верхняя тачка. Давайте, мне тоже она нравится. Я не сильный любитель корветов, да? Но блин, я когда взял эту машину, как приятно ее держать в руках. И я вам сразу скажу, почему. Посмотрите, мы переворачиваем. И вот ответ на все вопросы. Она сделана в Индонезии. Это не Малайзия какая-то, это Индонезия. И она очень-очень добротно сидит в руках и вот такое вот есть ощущение ее веса, собранность и я уверен, что они будут на треке просто супер. Да, бомба гонять. Опять же, вот это потрясающее потрясающе сочетание черного и желтого, Корвет, вот эти вот знаки, мне кажется, они придают ему стиль и мощь. Я не знаю, я не любитель Корвета, но я влюбился. Посмотрите, задних фар нету но есть места под задние круглые фары. В принципе, смотрится достаточно неплохо и гармонично. Передние фары тоже не заморочились с прорисовочкой, но по общему стилю, по общему настроению машинка мне нравится. Что ты скажешь, Алекс, по поводу колес? Ну, колеса тоже такие прозрачные, но, наверное, там все-таки есть что там такие недоклашенные колеса. Да, колеса, я уже говорил про них, они покрытый блестящей такой вот красочкой, может быть, конечно, изначально пока тачка новая, она смотрится хорошо, но потом, как правило, эта блестящая краска, стареет. да, стареет, стирается и, некрасиво. Уже, да, некрасиво приходится докрашивать, перекрашивать и так далее. Ну что же, посмотрим, давайте еще на детализацию снизу. Это у нас Корвет А206. В принципе, для любителей для любителей американского автопрома, блин, да она идеальна. Посмотрите на ее формы, посмотрите на ее окраску, посмотрите на ее стиль. Бомбовая тачка. Просто бомба. Блин, я, наверное, процентов на 70 купил эту, этот набор именно вот из-за корвета, потому что он мне действительно зашел. Конечно же, оставляем его в коллекции. Крутая тачка. Блин, да как она, смотрите. Переходим даже... ко второй тачке. Да, перед чем как перейдем ко второй тачке. Смотрите, блин, у нее даже такой звучок. <гас> такой приятный, как она ездит. Скорее хочется запустить ее на треке. Подписывайтесь на канал. потому что Ставьте лайки. Да, пишите комментарии, комментарии, потому что мы часто делаем гонки. И чтобы не пропустить, давайте подпишитесь, а мы переходим к следующей машине. Что это за машина? Кто угадает у Полиция. нас? Полиция. А называется она, если мне не изменяет память, она называется, конечно же. О, -о, О, тут нет названия. Алекс, какие идеи? Ну, я думаю, что просто они тоже не придумали название и поэтому только ну вот это все то, то что написано. В общем, кормит security и мое предположение, что это шевроле камара. У нас есть такая Chevrolet Camaro, очень похожая э, из, полице... из полицейской серии, именно полиция Комара <мирает> интерцептор. Да, я считаю, что эта модель именно такая. Алекс, да, если можешь покопайся, поищи эту тачку, сейчас мы вам покажем ее, а я скажу вам пару слов по этой модели. Значит, эта модель синего цвета, и он такой приятный, насыщенный. С такими прорисовочками security. Впереди мы видим передний, э, значит, передний кенгурятник. Ну, машина безопасности, машина security, поэтому, конечно же, это требуется. Ну и уже здесь золотые колеса. Они очень-очень приятно сочетаются именно с раскрасочкой машины. Кармит Security. Потрясающий цвет. Смотрите, какой перелив. Блин, я балдею от этих тачек из Индонезии. Они просто вставляют в ней. Смотрите, здесь нету стекла. Здесь видны детали салона, салончик такой, видите, там ковши такие стоят, прорисовочка, и руль виден, и все элементы. В принципе, неплохая детализация, отличные колеса, потрясающий бодрящий цвет, как сзади. Ну, сзади та же история, не заморочились с фарами, вот почему не заморочиться, я не знаю, но спереди э эту ситуацию спасает отбойничек который находится спереди. Посмотрим сверху. А сверху тут непонятно, то ли люк, то ли... Сирена. То ли сирена, да. Странно, конечно. Но, опять же, эта машина не полиция, это как бы Carmen Security, Safety Car. Возможно, будем брать ее в гонки, чтобы обеспечивать безопасность. Посмотрите, какой перелив цвета, да, он мне просто нравится. И вот эти колеса, смотрите, какое сочетание. Блин, эти тачки из Индонезии, я балдею от них. Ну и опять же, как она прекрасно держится. И просто, я думаю, что по планочкам Hot Wheels она будет замечательно ехать. Нашел ли ты, Алекс, машину, которую я тебя просил найти, полицейскую? Давай, посмотри, у нас должна быть белая. Пока Алекс копается, мы перейдем к следующей машине. А следующая машина у нас, конечно же, Ford Mustang. Это потрясающая тачка. В красном цвете дрифтим. Да блин, она просто заряжена динамикой. И тем, что может подарить Ford Мустанг. Посмотрите, какие оттенки. Даже эти рекламные надписи. Они придают ему fire и стиль. Блин, потрясающая тачка. Я Каждую тачку беру в руки и просто влюбляюсь в этот набор. Это топово, это замечательно, это супер. Конечно, нету прорисовочек фар, но есть детализация спереди, решетки радиатора. И э, фары немного нарисованы сзади. Но опять же, нету какой-то подробной детализации. 2010 год э, Ford Mustang GT. Так, снизу, снизу проработаны глушители, в принципе, все неплохо. Конечно же, 2013 год, дата выпуска модели, Индонезия, выхлопная система проработана. Вот, на мой взгляд, вот в этой модели э, колеса максимально идеального качества. Во-первых, они не будут стираться, эта краска не будет стираться. Во-вторых, они такие нейтральные, но смотрятся неплохо. Ford Mustang, конечно же, американская мечта, все любят. У нас очень много Фордов, Камара, даже про Hot Wheels говорят, что Форд и Камара их самая частая модель. Ну что говорить, американская тачка, американская классика, американский Dream Team. Конечно же, эту тачку нам дарит набор Кармит, который сейчас мы рассматриваем у нас на канале. Подпишись, а мы продолжаем! Пока мы рассматривали с вами Форд Мустанг, вернемся на пару секунд Камара и Алекс принес нам... Ту полицейскую тачку, о которой я говорил. Смотрите, мне кажется, они одинаковые. Алекс, что ты скажешь по этому поводу? Ну просто вот отбойник, он не очень, он хотя одинаковый. Я думал тоже, что не одинаков, но оказалось, что одинаковый. Да, мне кажется одинаковые. А еще, смотрите, что я заметил по колесам у этих тачек. Смотрите, заднее колесо немного больше переднего. Но это прикол. Hot Wheels, они часто делают такую фишку, заднее колесо больше переднего. Не знаю, как вы к этому относитесь, напишите в комментах, но мне все-таки кажется, что они хотят немного показать то, что все-таки это игрушечная машина и добавить такой какой-то фантазийности, возможно, немного фана. Как ты считаешь, Алекс? Ну, да, я считаю так же, как и ты. Да. Вот тут уже понятно, что здесь это полиция, мигалка сверху. Hot Wheels Police Department Interceptor. Давайте посмотрим, вот ради интереса, где сделана эта машина. Значит, а вот смотрите, эта машина уже сделана в Малайзии. Значит, для сравнения, это у нас Индонезия. Индонезия, и тут, кстати, тоже не прописано, что это Камара. Но, возможно, это было прописано на упаковочке, которая конечно же, у нас, наверное, не сохранилось. Но, тем не менее, не знаю, они обе добротные, обе классные машинки. Вот вам просто для сравнения на нашем канале качество. Это Малайзия, это Индонезия. Что я могу отметить? Мне кажется, что, посмотрите, краска намного качественнее. У нее есть такой добротный, золотистый и глубокий перелив. Вот здесь такого не ощущается. Может быть, потому что она белая а может быть потому что она уже не новая, но тем не менее, мне кажется, разница есть в краске, ну и в самой сборке. Все-таки здесь машина, в принципе, собрана тоже, но она а, значительно легче в руках, хотя и собрана тоже аккуратно, и мне кажется, она не такая быстрая, мы ее тестировали. Ну а конечно же новую комара мы обязательно затестируем на наших гонках и посмотрим. Поэтому то, что я могу выделить, это цвет машины, ее вес и, наверное, какое-то качество сборки. Подписывайтесь на канал. Тесты и гонки уже скоро, ребят. Скоро, скоро, скоро. Да, друзья, вот мы и перешли к самому топовому, самому интересному, самому, как говорится, жиру этого набора Датсун и БМВ. Алекс правильно отметил: они действительно похожи, они действительно похожи в стиле, в исполнении. И даже я вам скажу: они похожи в скорости. Я смотрел тесты. Они очень быстрые тачки, очень быстрые. Мы, конечно же, их тоже затестируем со временем на нашем канале. Но это все еще впереди, поэтому не забудь подписаться, конечно. Итак, Датсун. Блин, я ждал этот Датсун. Я просто от него балдею. Посмотрите, нет прорисовки фар, но как он выглядит с этой серебристой красочкой на переливе. Задетализирован в таком японском стал камуфляже. Блин, с этими ободами. На колесах золотистыми. Мне кажется, что может быть идеальнее этого датсуна. Это просто легенда олд стайла, легенда скорости и легенда стиля стиля тачек из Японии. Ждм. Как тебе датсун, Алекс? Супер, у нас есть так, такой же дацу, но чуть-чуть отличается. Кстати, да, Алекс вспомнил про наш дацун. И скорее ты вспоминаешь про Датсон. Сейчас вам покажу. Вот он стоит. Datsun Wagon. Datsun Wagon. Тоже сделан в Индонезии. Просто давайте я еще раз убежусь. Да, конечно же, это Datsun Wagon 510. Вот. Он тоже в такой раскраске. Посмотрите. Ну, эта тачка тоже, кстати, из набора. Из двушечки я купил. В таком же ливре. Ну, посмотрите. Она тоже идеальна. Это Ваган, То есть универсал. И мы ее тестировали. Мы ее тестировали она реально очень быстро. Посмотрите, какая раскраска на крыше. Блин, да это просто топчик. Это просто топчик, это замечательно. Даже ход вилс прорисован. Вот я раньше не замечал эту раскрасочку на крыше, но теперь ее вижу. Блин, мне кажется, эти датсуны вот очень ценятся, и они максимально стильно выполнены. Быстрая машина. Здесь, смотрите, здесь нету хромированности решетки радиатора, нету хромированности фар. Здесь так более-менее все скромно, но золотые колеса. Смотрите, передние зеркала на капоте проработаны, белый салон. Да, он просто стильный и очень-очень привлекательный экспонат. Ну, про себя скажу, отмечу, что эти именно датсоны очень ценятся у коллекционеров и за ними, конечно же, гоняются. Поэтому, если у вас будет возможность, конечно же, их покупать. Классная тачка и замечательная модель. Ну а мы скажем пару слов по нашему Datsun. Вот пока делал обзор. Кстати, посмотрите, наш Дацун светлее, чем вот этот вот универсальчик. О, даже в заднем, смотрите, в заднем стекле у него видны силовые элементы. Все-таки это гоночная машина. И видна проработочка салона. Проработочка салона скромная, но все же она есть. И мы видим ее, потому что передних, передние стекла, как и здесь также здесь отсутствует, а вот задние они есть. Ну, понятное дело, это Datsun купешечка, но тем не менее, вообще супер, посмотрите, вот я просто не перестаю наслаждаться вот этим передним хромом решетки радиатора фарми. Посмотрите, какой топовый перелив идет. Уже кажется, что этот Datsun несется по скоростной трассе и делает новые рекорды скорости. Блин, да классная тачка, классная модель. На вот этих ободах. Вау, выхлоп проработан, посмотрите. Да, выхлоп. Есть выхлопная труба вот здесь вот. Ну, дно машины. Так, у нас, значит, что у нас тут написано по нижней части. Кстати, тут нигде никаких нет обозначений, что это Датсон, только то, что это Индонезия, Матул, в отличие от Датсон Вагана. Дно у нас серебристое, золотистое, как вам лучше. Серебро. Да, под серебро, конечно же, сделано. Вот такой вот переливчик сейчас вы можете наблюдать. Ну и в целом, вы знаете, если в первая часть корвет, то вторая часть этого набора, конечно, из-за ребята, из-за это топ. Это топ, это ценится, и он тоже должен быть в коллекции, конечно же, обязательно. Поэтому Оставляем его тоже. И переходим к Бэхе, ребята. Бэха очень ждал эту Бэху. Алекс, ты ждал эту Бэху? Ну, конечно, у нас есть и такая же, но немного стала, я помню. Да, есть, ты прав. Ты прав, как и прав с Дацуном. Она есть, но посмотрите на эту Бэху. Это произведение искусства. Это просто эталон автомобилестроения тех лет. Посмотрите, как каковы у нее индивидуальные формы, какова грация. Да это Бэха говорит о том, что я скорость, и меня не остановить, мне нравится эта модель. Пускай сейчас не в моде такие вот резкие скосы, резкие углы, ну, она даже сейчас своим дизайном захватывает дух, ребята. Если не так, напишите в комментах, если так не считаете. А если так считаете, поставьте лайк. Потому что эта тачка, эта Беха заслуживает лайка. Ну и, конечно же... Вот в этом черном цвете фирменные цвета, красный, синий, голубой, фирменные цвета М пакета, это замечательно. Вот передние фары, посмотрите, они также проработаны, но не подкрашены. А спереди, конечно же, на капоте, если видите, есть даже знак BMW, ребят, BMW, да тут ты никого не обманешь, знак BMW присутствует, поэтому с этим не заморочились. Ну вот если... Уже брать дальнейшую детализацию. Смотрите, щеток э, стекла омывателя нету, но белый салон. И он тут как никогда виден. Он тут как никогда виден, потому что он белый, большие окна, и мы можем его видеть. Посмотрите, руль и даже ручка переключения передач внутри. Вот это заморочка. О, можно посмотреть в салон и проникнуть в него все глубже. Смотрите. Мы даже с вами видим, что мы видим щиток приборов. Блин, ты где еще, как не на нашем канале, так подробно проникнешь в тачки Hot Wheels и их изучишь. Поэтому обязательно подпишитесь. И мы с вами продолжаем. А что, кстати, на задних сиденьях, Алекс? Может, там кто-нибудь забыл? Чемоданчик с деньгами. Да, бандит укладет. <laughs> да, БМВ, бандиты. Нет, никто не забыл, но ничего страшного. Все еще впереди у нас. И все замечательно. Я наслаждаюсь ее дизайном. Посмотрите, как она выглядит. Тоже как будто бы уже несется по трассе. Какой идет перелив. Какие фары. Вот это вот выделение. Значок БМВ фирменный. Решетка радиатора, двойные ноздри. Посмотрите, она уже зарождалась с тех лет. И как она перешла сейчас. Ну, максимально стильно, максимально динамично она смотрится, и мне кажется, привлекательно. Такие бэхи тоже ценятся, она, они действительно быстрые. Мы, конечно же, тоже проведем тест на нашем канале, и, конечно же, они должны быть в коллекции. Вот такая вот бэха. Лайк бехи ставьте обязательно и пишите в коммент, какую бы вы купили и какая ваша любимая Бэха. А я покажу как раз таки э, ту BMW, которую BMW 2002 тоже, которую вспоминал Алекс. Это уже, кстати, тачка из э, Малайзии. То есть та была производство Индонезии, это из Малайзии, это мне подарили как-то на день рождения. Тоже классная тачка, смотрите, но вот тут вот уже нету какой-то сильной проработки фар. И уже смотрится не так богато, вот эта передняя часть, хотя, хотя, смотрите, значок BMW есть. Тем не менее, тачка мне нравится, потому что белые-голубые, это тоже фирменный стиль BMW. Здесь уже у нас обода дисков красного цвета. Есть обозначение Hot Wheels на заднем крыле и а салон а салон синий. да ковшин, но он какой-то синий переходящий в фиолетовый честно говоря немного странноватый хорошо что сумку не забыли да сумки то слава богу нету но здесь вот он уже не светлый и так не словишь и глобально не изучишь что внутри салона потому что он там затемняется тенями но тем не менее по-моему сиденья неплохие а значит и водителю будет хорошо правильно в этой тачке Сзади тоже минимум детализации, просто вы, выполнены значит, задние фары, никакой раскраски, никакой подкраски. И сейчас мы можем их сравнить. Давайте сравним, на ваш взгляд, чем вообще отличается. Опять же, это у нас BMW из Индонезии, а это из Малайзии. Давайте еще раз проверим. Да, сделано в Индонезии. BMW 2002, 2011 год, э, год выпуска этой модели. Давайте сравним здесь. Давайте, давайте, давайте. BMW 2002. Ой, по-моему, верх ногами держит. Так, значит, BMW 2002, тоже дата выпуска 2011. И уже Малайзия. Какие здесь вообще, ну, на первый взгляд, у нас разница в исполнении? Саша, ты видишь какую-нибудь? Краска такая, ну, у нее белая, а у него черная. Да, мне кажется, все-таки разница в краске есть. Посмотрите, какой здесь перелив. И мне кажется, здесь присутствует такой вот серебристый перламутр. Ну, серебристый, конечно же, не серебристый, это я ошибся, темно-перламутровая красочка. И это видно. Ну и плюс цвета. Вот краска, конечно, в индо индонезийских машинах на порядок лучше. Ну а Малайзия, да, тут уже краска попроще видно. Может некоторые ее огрехи даже при покраске машины. И нету такого какого-то перелива. Хотя в принципе вот эти вот рисунки, хоть и проще, но тоже выглядят неплохо. Ну и по добротности. Эта машина заметно легче. Я думаю, что она будет медленнее. Но эта конечно она сбита, она собрана. Она, я думаю, более идеально скомпонована. И... На мой взгляд, конечно, она будет быстрее. В общем, ставим лайки, пишем в комментариях, какая бы их понравилась больше всего. Это, конечно же, у нас Индонезия BMW 2002. А это Малайзия. Вот, в общем, две тачки и сразу же сравнили и посмотрели. Ну, вот такой вот получился наборчик. Медленно и плавно мы перешли к завершающей стадии. Вот, в завершении просто хочу показать, что на прошлой охоте я... Ага, не ожидал. Да, я купил вот этот вот, конечно же, Nissan Laurel. Это Japan Historics 2, ребята, до да, 3 есть у кого угодно. А 2 только у нас. Ну, я шучу, конечно же, не только у нас. Но эта тачка, по-моему, идеальна. Просто хочу показать, наверное, сделаю отдельно на нее обзорчик. Это, конечно же, Nissan Laurel 2000 SGX. На резине, ребят, на резине. Поэтому ждите следующих серий, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам набор. Пишите комментарии, как вам вот эта вот лаурелька, открывать ее, либо оставить. Мне все интересно, я все читаю и отвечаю. Вот, поэтому... Такой вот обзорчик у нас получился. С вами был канал UpWills. Напишите также, какая из набора тачка понравилась больше всего. И какие ваши любимые каналы. Сегодня с вами были Сергей, Алекс, набор Кармит отход Views. Ну и, конечно же, Nissan Laurel Japan Historics 2. Подписывайтесь на канал и до новых встреч! И мы всегда на связи. Лайк! Like.